подводим итоги центральной игры Суперлиги Оле, которая завершилась победой 3-0 «Волны» над «Достой». У нас в студии Алексей Гридин, капитан команды «Доста», и Ольга Иванова, пресс-атташе команды «Волна». Алексей, давай начнем с тебя. Что сегодня было с «Достой»? Показалось, что не хватило огонька? Честно, вот скажу, сейчас сижу, я не знаю, говорить что-то не хочется. Скажу прямо, да, скажем, огонька, не огонька. На одном огоньке далеко не пройдешь. Поэтому огонька, в принципе, хватало. Может быть, если индивидуально у кого-то не хватало, то это вопросы, наверное, все-таки пусть задают себе. В целом, да, то есть, ну, о чем мы и говорили. В принципе, у нас каждая игра такая с волной, то есть второй тайм, непонятно, что происходит. Можно много там говорить, что там судья, по факту, ну, честно сказать, ну, клоун, не поменяется. Здесь нужно просто понимать, что нужно все-таки от себя отталкиваться. Мы пропускаем голы, где там со стандарта отскок, и Тимур принимает бровки, а мы там стоим там в два штрафной. То есть, ну, нужно к себе, прежде всего, претензии делать. Огонька еще, если отвечая на твой вопрос, мне кажется, все-таки, если у кого-то там его не хватает, то, наверное, все-таки не нужно приходить. Вот. Мой вопрос больше казался про Артема Плотницкого, которого сегодня мы не видели. Все мы знаем, да, что нет, его нет в городе. Однозначно, конечно. Тем более там в этой игре там выдалась роль, получается, мне там необходимо, нужно было какой-то план на игру, да, то есть какие-то сменки делать. В принципе, там особо там ничего не выдумывали, да, там уже когда счет начал уступать, когда начали, то начались какие-то перестановки, а так по факту, в принципе, это играли двумя шестерками. Саня Богданов, Леха Георгиев сейчас на данный момент больше всех лучше готовы, в принципе, им там больше времени отводилось. А, конечно, Артему не хватило, это факт. Ольга, вопрос вам теперь. Как настраивались на эту игру, что говорил Николай Маркин в раздевалке, удалось ли побывать перед игрой, услышать тренера? Ну, он сказал, прежде всего, команда сильная, настраивать особо не приходилось, потому что все знают, что за команда «Доста» и как с ними нужно играть. Их игры смотрели, разбирали, да и, в принципе, знакомый нам соперник. Коля сказал так: на вас пришли посмотреть ваши жены, девушки, не подведите их. Можно сказать, что «Доста» удобный соперник для «Волны», с учетом того, что, в принципе, команда в последнее время между собой несколько раз встречались, и вот «Фиолетовым» никак не удается победить «Морских». Я бы не сказала, что это какой-то удобный соперник. Это очень достойный, сложный, тяжелый соперник. И я думаю, что прежде всего решил настрой. Потому что если бы наши вышли не готовы или как-то недонастроены, я думаю, такого бы не было. Я отмечал, да, в превью то, что у команды хороший подбор исполнителей, хороший выбор. Но вот сегодня были потери в составе «Волны», в составе «Досты». Вот у вас, в частности, сегодня, мне показалось, не хватало Миронова и Павлова. Да, ну, не то, что не хватало, но этих футболистов сегодня не было. С чем связано их отсутствие? Ну, поставили минус на игру. Может, приедут на мини-футбол. Еще игра сегодня на Лиге Степанова. Алексей, насколько сегодня вот в опорной зоне не хватало Беляева и Бурлака, с учетом того, что Саша Богданов сказал, готов хорошо играть, готов играть много, да, но вот он первый тайм, сколько там, около 20 минут отыграл в опорной зоне без замен? Я думаю, в принципе, в целом, наверное, сейчас со временем от игры к игре там только наигрывая какие-то, не знаю, там связи можно прибавлять. Сейчас там, кто бы сейчас не пришел, но в городе нет такого футболиста, который там придет сейчас и там и своей какой-то индивидуальной игрой там построит полностью игру. Тут прежде всего какие-то взаимодействия между друг другом, да, то есть поэтому, в принципе, здесь Саня, я думаю, по физической форме там готов там и 30 минут без замены играть. Здесь прежде всего определяющие играют какие-то связи, ну, то есть, ну, команда играет организованная какая-то. Именно организованности добавлять нужно. Делалась ставка на рогачей. Вот в сегодняшней игре в конце мы увидели, что вы традиционно перешли на так называемый навал, но в итоге все равно не забили. Ноль в атаке. Это, в принципе, для «Доста» достаточно редкое явление. Ну, повторюсь, второй тайм. Не знаю. Второй тайм, да. То есть, если первый тайм выходим, да, то есть все, в принципе, сконцентрированы, никаких там лишних разговоров. Всем, в принципе, все по делу, все хорошо. Второй тайм начинаем какие-то отвлекаться не на то, может быть, не знаю. Конечно, футбол без эмоций, ну, не бывает. Но в этом, наверное, все-таки и уровень, когда ты все-таки управляешь этими эмоциями, ты направляешь их в нужное русло, да, и, соответственно, все-таки в пользу команды мы делаем выбор. И я не знаю, все, но думаю, что со временем придет, да, только третья игра, видно, что явно там находимся не в лучшей форме, это факт уже. И физически там и сыграно. То есть я думаю, только от игры к игре, да, там будем прибавлять. И, конечно же, если отвечая на вопрос там Бурлак, Беляев, конечно, пацанов тоже не хватало.
Ольга, вопрос по волне, да, соответственно, Сергей Валентинович Бадакин, насколько я понимаю, в командировке находится. Вот вроде как не должно было быть и Николая Маркина, но он оказался здесь с командой. Можно что-то по этому поводу рассказать? Откуда такая информация, что не должно было быть Николая? Он всегда вот приезжает, он всегда настраивает команду. Увидели, он небритый. Мы сегодня называли его Юрген Клопп на бровке. Вот, но да, Сергей Валентинович в отъезде, но он смотрел трансляцию, видела его комментарии, он писал, он нас поддерживал, и также и в нашем чате командном. Вот, ну, собрались, настроились. Кого по сегодняшней игре можно отметить в составе «Волны»? Зеленцова? Да, безусловно. Это просто... Он сегодня какой-то бешеный был, правда. Вот он словил такой кураж, он такие вытаскивал, мячи. Там, конечно, один упустили момент, когда могли забить они в пустые, и когда ударили вверх. Вот это был такой очень страшный момент. Тем не менее, в общем, Зеленцов лучший игрок матча, по-вашему? Алексей, наверное, последний вопрос. Как считаешь, насколько вот это поражение болезненно отразится на борьбе Досты за чемпионство? Отрыв от золотого увеличился, да, становится 7 очков. Василий Ершов это на этом просил сделать акцент. Доста поборется еще за чемпионство? Кто это Василий Ершов? Мы комментировали с ним матч. Я понял. Ну, не знаю, я не буду отвечать на этот вопрос какой-то. Ну, я говорю, у меня, честно сказать, какое-то турнирное положение, я этому особо значения не даю. То есть, ну, выхожу, естественно, играем, да, естественно, от игры к игре. Если там кто-то там что-то там смотрит таблицы, что-то там пишут, я там, честно сказать, Вадя... Неинтересно, честно сказать. Ну, факт, что как бы отрыв увеличился, да, то есть, а какие-то там перспективы, ну, еще играть там 12 туров, что-то там загадывать, говорить, что там какие-то слова на ветер не хочу. То есть, ну, будем выходить от игры к игре, прибавлять, выигрывать. Все нормально, что. На этом жизнь не заканчивается, как бы, и сейчас очень важный турнир поедем, сейчас наш турнир. Посмотрим, как с третьей попытки там удастся нам. Ну и, в принципе, конечно, чемпионата какие-то задачи не снимали, то есть, в принципе, от игры к игре будем задачи выигрывать. Вот, следующая игра уже очень важная, хороший соперник. Ольга, вопрос о волне, да, по какие задачи на чемпионат, тем более вы в турнирной таблице догнали Досту, что скажете? Задача на чемпионат достичь как можно более высоких мест, ну, изначально цель стояла просто войти в медали, сейчас, я так понимаю, будем догонять золотой. Ну, у нас также впереди КФЛ и в Турции турнир 6-6 двумя командами. И, в принципе, сегодняшняя игра с Достой была для наших тренеров, ну, так скажем, карандашной игрой, потому что заявка на КФЛ... Не резиновая? Да, это действительно так. И мы смотрели, как бы, кто как играет, какая самоотдача. И из этого, ну, в частности, из этой игры, потому что соперник, повторюсь, очень серьезный, из этой игры делаем, ну, какие-то выводы. Заявку на КФЛ, потому что еще, ну, не утвержден состав. Что ж, спасибо Ольге Ивановой и Алексею Гридину. Поздравим «Волну» с победой. Досте пожелаем удачи в следующих поединках. Спасибо. До свидания.